Доброе утро, Раби. Человек обычный, ему придется прийти к науке Каббала. Но сейчас мы их обвиняем, и мы знаем, что все исходит от Творца, так мы должны обратиться к Творцу, ведь они же не виноваты, если все исходит от Творца. Он же не знает, что все исходит от Творца, но точка в сердце исходит от Творца, все выходит от Высшего Света. Так в чем они виноваты? Никто не виноват. А тот самый человек... Да, тот человек обычный. Нет, в любом случае он все-таки находится где-то со своей точкой в сердце, и перед ним есть два пути. Мы говорим о человеке, который уже находится в этом. Мы не говорим вопрос о человеке с улицы. Или вот человек, у которого есть точка в сердце, его приводят в группу, его приводят к учителю, приводят к книгам. Он немножко слышит пару вещей, а затем уже перед ним есть возможность выбора. В чем заключается этот выбор? Усилиться в своем окружении, более слиться с своим окружением. Ну, скажем, как ты приходишь раз в неделю, затем два-три раза, побольше. Ты в чем-то участвуешь все больше и больше, и так далее. То есть так ты все больше входишь. Это окружение, которое, в общем-то, тебя и строит. Посредством окружения к тебе приходит свет, возвращающий к источнику. Так написано об этом. Не то, что я что-то там изобретаю. И поэтому нам вот так и нужно подходить к этому всему. Все это зависит уже от человека. В начале предисловия к Тез Баал Сулям объясняет об этом. Откуда начинается свобода выбора у человека, когда он приходит в группу, когда изучает науку Каббала, и тогда он слышит объяснение, что весь его выбор заключается в выборе окружения, в том, что он усиливает свою связь с ним. Может быть, он здесь годами сидит, скажем, 5 лет, через 5 лет вдруг понимает, что, видимо, у меня не получается, потому что я не связан с своим окружением. Поэтому называется, что он только входит. А все эти годы он здесь просто не находился. Может быть, он действовал, работал в разных системах, занимался всем необходимым. Ничего это не стоит. До самой этой точки, пока он слышит внутри, не снаружи, когда внутри слышит тот внутренний голос, который говорит, что я обязан объединиться и насколько можно больше находиться с ними вместе. В той мере, в которой я с ними сливаюсь, это как капля семени, которая прилипляется к стенке матки, и тогда я начинаю расти, насколько я от них смогу получить. С этого момента и далее это называется 3 дня абсорбции семени, а до этого всего лишь подход, это подготовка, флирт такой. То есть точка в сердце растет? Тогда точка в сердце начинает расти. Так как капля семени, она еще не выросла, она растет лишь посредством того, что получает свет через свое окружение, учитель, учеба, группа, все его участие, все вместе. А насколько человек способен это сделать, насколько он находится ближе или дальше, но в любом случае, чтобы он знал бы, что лишь от этого он зависит. Спасибо.